Добрый день, мои дорогие Джаночки! Добро пожаловать ко мне на кухню! И сегодня продолжение рождественского цикла «Печем штолен». Настоящий дрезденский штолен с марципаном. Марципан делать будем тоже сегодня сами. Так что вы научитесь, те, кто не знает, как делать марципан или что такое марципан, сделайте сегодня тоже марципан. Так, давайте я вам сейчас покажу, что нам нужно, и уже перейдем дальше. Штолен у нас сегодня будет не обычный, а дрожжевой. Не такой, как пёк Клим, но тоже очень вкусный, очень бесподобный, ну вообще. И этот штолен можно держать очень долго. Если его упаковать хорошо, можно продержать 3-4 недели. Так, и чем дольше, да, забыла сказать, и чем дольше он лежит, тем вкуснее, сочнее становится. Все, больше не буду говорить много, переходим к самому процессу. Что делаем в первую очередь? Заливаем кипятком изюм. Если вы хотите, можете заранее за ночь просто залить холодной водой, и он у вас к утру уже будет такой взбухший. Мне некогда было, я его просто вот сейчас залила кипятком, оставила на 20 минут, а потом вылила кипяток и залила ромом, да. Ром вы знаете все. Если у вас нету рома, залейте просто коньяком или вообще ничем. Оставьте так. Но главное, чтобы изюм впитал в себя воду. Иначе он заберет всю влажность из нашего теста, когда будет выпекаться. И тесто будет сухим. А мы этого не хотим. Это обязательно. Ром у меня 54%. Но вы можете взять любой, какой вы хотите, какой у вас дома есть. Если есть, если нет, не нужно. Это не так страшно. Просто в Германии он есть, и это обязательная добавка вот именно к этому тесту. Я вам даю просто обыкновенный немецкий классический рецепт с немного измененными правилами. Да, да, правилами, точно. Все, это самое главное. Теперь переходим уже к самому тесту. Так, тут у меня мука. Дрожжи всыпаем, просто вот так берем вот эти дрожжи и немного вот так их раздробляем. А сколько грамм дрожжей надо? 42 грамма дрожжей. Полный рецепт я оставлю внизу, но не под описанием, а будет висеть в комментариях закрепленный первый комментарий от Элины. Там будет висеть вот этот вот рецепт. Так, заливаем молочком. Спасибо. Спасибо, ты сказал. Пожалуйста, Клим. Ой, Климка. Добавляем из нашего уже данного сахара 1 столовую ложку сюда. Вот. Вот так вот оставляем его на 15-20 минут, чтобы вот эта шапочка пошла наверх. Все, ждем. Пока шапочка поднимается, растапливаем масло. Далее взбиваем немного яйца. Добавив чайную ложку соли. Яйца мы сделали тоже. Теперь переходим к кондированным фруктам. Их должны мы хорошенько пробить. Очень много в Германии людей, которые их не пробивают. Но я советую пробивать, это вкуснее. Ну, я не люблю, когда вот в зубах или между зубами вот эти кондированные фрукты крупного размера. Ну, это как-то не очень приятно. Не знаю, может, вы по-другому считаете? Вы делаете, как вы делаете. Я вам предлагаю мой фасон. Это намного приятнее. Если вы раз попробуете, так поймете, что я имею в виду.
Так, пробиваем их. Сюда же идут 80 грамм грецких орехов. Посмотрите, какая прелесть получается. Просто прелесть, видите? Немножко дробленая, нежная и очень вкусная. И все, и вся перемешанная. Да. Это пойдет в тесто. Все, отставляем его пока. И уже переходим непосредственно к тесту. Посмотрите, что у нас здесь за красота. Смотрите, какая прелесть получилась. Все, теперь начинаем наш замес. Отправляем сюда яйца. Добавляем вот сюда немножко воды, ну грамм 20. Просто, чтобы снять всю эту соль, которая здесь осталась у нас. Отправляем тоже сюда. Сюда же идет масло наше. Специи. Специи у меня состоят из корицы, кардамона, мускатного ореха. Сахар. Миндальные орешки, наструганные, по-моему, да? Точно не знаю, как сказать по-русски. Все, начинаем замес. Можно и в машинке, но это такое легкое тесто, что, господи, и машинке-то не нужно это тесто замешивать. Его просто нужно собрать и поставить на расстойку. Тесто очень тяжелое, потому что большая сдоба, много сдобы здесь, много масла. Так, мы уже почти тесто собрали. Теперь тесто отправляем вот эту красоту, кондированные фрукты и весь изюм. Изюм. Узюм. Узюм. Да. Узюм, правильно надо произносить. Как Клим говорит, да. Узюм. И начинаем снова вот так вот прекрасно замешивать. Ой, какое у нас тесто благородное, пахнет божественно ромом. Какая прелесть это ваша зеленая рыба. Потом. Когда будет готово. Кто не может руками, конечно же, может его... Может соседи пригласить помочь. Далее добавляю сюда. Это тоже по желанию. Вот такой. Это биттермандель. Вкус – это аромат. Аромат горького миндаля. Это по желанию. Но в Германии добавляют, но я не знаю, есть ли такое, господи, в России. Если нету, не нужно. Это такое ароматное масло. Пахнет прямо вот, знаете, как косточки абрикоса горькие. Вот так вот пахнет, чтобы вы знали, как это пахнет. А эту вторую баночку, бутылочку или пузыречек оставим для марципана. Все. Опять собираем. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое тесто. Какая прелесть. Сколько штольца будет у тебя? Штольн. Штольца у меня будет много. 4 штуки. Объедение будет. Праздник. Праздник живота. Да. Это точно. Очень быстро, очень легко. Просто его вот так вот немножечко помните. Пожмякайте. Пожмякайте, да.
такое нежное. Запах, блин. Извините, что так выражаюсь. Блинами тут раскидываюсь. У меня дочка всегда смеется. И Сабелик моя, она раньше не понимала, что такое. Почему мы всегда с папой говорим блин, 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 блин. Она говорит, мама говорит, это как вообще вы? Почему все русские говорят всегда блин? Я говорю, я не знаю, почему все русские говорят блин. Она говорит, вы любите так блины? Я говорю, да, наверное. Вот как ребенку объяснить, почему у нас такое, да? Накрываем пленочкой. Сейчас я пленочку принесу. Так, все. Ой, я забыла. Я забыла ванилин. Ну, забыла я ванилин. Ничего не так страшно. Вы добавьте. А я забыла. Я сделаю это в следующей порции. Не так страшно. Эта порция для нас будет, а следующая, которая пойдет на подарки, я сделаю. Обязательно добавьте ванилин. Все. Все, готово. Готово. Ставлю на целый час расстойки. Час-полтора, как вы хотите. Если оно у вас сразу сильно поднимется, вы можете один раз обмять. Но это не обязательно, потому что этому тесту нужно много времени. Оно такое жирное, такое толстое. Пока поднимется, будет длиться. Вот. И в теплое место я ставлю в мою печь. У меня специальная функция есть для расстойки теста. А вы ставьте туда, где нету сквозняков и где тепло. Можете около батареи поставить. Вот. Все. Увидимся. Ой. Пока тесто подходит, займемся марципаном. Что такое марципан? Я не знаю, знают ли это все или нет. Марципан – это обыкновенный миндаль, смешанный с обыкновенной сахарной пудрой. Так, для тех, кто не имеет возможности сделать марципан, может сделать парсипан. Парсипан – это то же самое, только из косточек абрикоса. Если у вас есть косточки абрикоса, вы точно так же можете сделать парсипан. Кстати, для моих германских джаночек, вы даже, наверное, не догадываетесь, что половина конфетно-шоколадной индустрии изготавливается на парсипане, не на чистом настоящем марципане, а на парсипане. Парсипан, как я уже только что сказала, это более дешевая версия настоящего марципана, потому что миндаль, он более дороже, чем косточки абрикоса и не требует таких огромных затрат. Поэтому почти вся немецкая, не знаю, как в других странах, но в нашей Германии очень много используется парсипана, вот именно в таких конфетно-шоколадных изделиях. А мы сегодня с вами сделаем настоящий марципан. Очень быстро и очень легко. Так, хочу вам показать два вида сразу, да? Это у меня молотый бланшированный марципан. Я буду сегодня делать из него. Сэкономлю себе время. А те, кто не хотят экономить время и ругают на то, что я делаю уже готовый продукт, для вас специально, дорогие джанульки, настоящий миндаль, который вы должны просто опустить в кипящую воду, ровно 5 минут его бланшировать, очистить от кожуры и только потом отправить в блендер. А я экономлю себе время, ну это, знаете, это сколько работы, пока его бланшировать, потом это все очищать, это у меня заберет где-то час времени. Не хочу. Сегодня не хочу. Время сегодня... деньги. Время деньги, да. Сегодня у меня так готово уже. Итак, у меня здесь ровно 200 грамм. У нас идет отсчет 1:1. 200 грамм миндаля, 200 грамм сахарной пудры. И еще я добавляю ароматный экстракт горького миндаля. Так что, если у вас есть, добавляйте. Нету, можно и не добавлять. Он просто дает вот этот именно, вот этот прямо необычайный запах миндаля, да? И добавлю, конечно же, ванильную пасту. Я же забыла, там будет теперь у нас в миндале. Все,
переходим. Что мы делаем? А делается это очень быстро и очень легко. Насыпаем. И это насыпаем. Посмотрите, какая прелесть. Ну, если есть уже готовое, причем очищенное, бланшированное, уже и почему бы не использовать, да? Я думаю, что... Я бы то же самое сделал бы. Да, шатик мой тоже то же самое бы сделал. Берете любую фирму, любую марку, абсолютно не играет значения. Сахарной пудры или миндаля. Какая разница? Не играет роли. Добавляем вот эту вот прелесть. Вот так. Прям как духи. У нас вот в таких пузырьках дают пробные духи в дорогих магазинах. Если у вас такого нету, вы можете добавить одну чайную или полторы чайные ложки ликера амаретто. Все знают, что это за ликер, надеюсь. Все. Ой, господи, никак не вывалится. Так, и теперь вот эту прелесть. Ох. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там, рух? Ну, нормально, нормально. Все, начинаем. Самый главный процесс. Обязательно добавляйте воду, одну столовую или полторы столовые ложки на 200 грамм вот такой вот бланшированной гемалины. Это молотый миндаль. Если вы сами будете бланшировать, ваши миндали будут уже, мокрые, да? Мокрые будут. А это бланшированный, высушенный, поэтому ему не хватает жидкости. И сюда нужна жидкость, чтобы компоненты прихватились. Правильно сказала, да? Думаю, да. Что да. Вот. Я тоже так думаю. Я уже воду добавила, забыли снять. Марципан наш готов! Вот такая прелесть. Это вам больше не понадобится. Посмотрите на эту красоту. И только посмотрите. Вот он. Посмотрите, какая прелесть. Вы видите, да? И больше ничего не надо. Все. Готовая, прекрасная начинка. Прекрасное покрытие для тортов. Мы ее сейчас соберем. Вот четыре такие вот прекрасные у нас получились. Вот, подъехала. Исик, мне надо еще этот шац. Что? На фришфолии. Да-да, марципан, сальватор. Работаем только с сахарной пудрой. Да, пудра сахарная пудра. Ни в коем случае не мукой. Ни в коем случае будет невкусно. Испытала на личном опыте. Так что, если у вас нету сахарной пудры, просто раздробите сахар вот в таком блендере. И все. Оставлю ссылку под видео в описании, где можно купить такой блендер. И что это за марка. Так. Все, вот так я их немножко сейчас здесь. Они такие масляные прям. Ну, это же орех, господи. Посмотрите, какая прелесть. Это прекрасная масса для декора, оформления тортов и все такое. Ну, вы сами знаете. У нас, во всяком случае, это очень модно. Очень. Скоро испеку один шикарный торт тоже с марципаном. Как уже сказала, у кого нет марципана, делайте персипан из косточек абрикоса. Тоже очень вкусно и практически вообще не отличить. Просто то, что абрикосовые косточки дешевле. Так, все, это у меня готово.
Сейчас я это заверну все. Отставим в сторону и уже перейдем. Заворачиваю по одному. И можете хранить почти год в холодильнике. Ничего не будет. Тоже такая вещь классная. Тесто мое подошло. И посмотрите на эту красотень. Только посмотрите, какая прелесть. Видите? Подпыляем немножечко. Давай, идем. А, красотень. Какая красотень. Делить буду, да. Сейчас делим. Смотрите, какое тесто. Смотрите, какая прелесть. Какое оно пористое, да? Смотрите. Много муки не добавлять ни в коем случае. Начинаем формировать. Так. Не раскатать? Не, ни в коем случае. Форма. Вы просто ставите вашу скалку наполовину и вот эту половинку. Раскатывайте. Раскатывайте, да. И эту половинку раскатывайте. Теперь можно сделать просто взахлёст вот эту сторону сюда. Ага. Но я сделаю немножко по-другому. Мне так больше нравится. Я буду делать вот так его. Немножко по-другому. Теперь вот с этой стороны мы тоже делаем немножечко. Это вот именно настоящая форма. И мы хотим, чтобы он в высоту пошел, да? Чтобы он не сильно раскрывался, а именно пошел в высоту. И ставим на противень. Это у меня по одному выпекать. Один я уже сделала. Я даже не сказала, что переходим к формированию. Но это и так все ясно, да? Ты и сказала. Да? Да. Я уже не знаю, что я говорю. Все. Все. Один большой и два маленьких. Решили мы тут, посовещавшись. Так. Раскрываю его немножко. Вот так вот. И начинаю вот так вот с одной стороны, только с одной стороны. Это вот, считайте, вы делите пополам, и с одной стороны вы должны немножко... Раскатать. Да,
Мы должны немножко раскатать. Да. Здесь вот идет в такой захлест. И далее. Аккуратно берем и аккуратно ставим. И старайтесь его выше делать, да, чтобы он не сильно пошел вширь, а поднялся ввысь. Высоту. Высоту, да. Молодец. Следующий. Кричал заведующий. Да, да, да. Этот заведующий вечно кричит, а толку нету никакого. Почему нету? А есть что-то? Конечно. От того, что он кричит. Ого, кому-то же надо кричать. Ой-ой-ой-ой-ой. Снова берем вот так захлёст. И снова берем вот так захлёст. Снова стою. Одна. Я мама. Вот так вот берем и захлёстываем. Молодец. Тебе хорошо получается. Да, не говори. Я главный захлёстник. Вот. Ой, сколько я таких этих переделала, переделала, как вспомню. Да. Вот этот. Ой. Старайтесь все эти изюмы. Все прятать. Да, ну если прячется, если не попрячется. Если не попрячется, то не так страшно. Я тоже так думаю. Просто они подгорят. Ну ничего, парочку можно снять. Да, я думаю, снять или засунуть внутрь. Ничего страшного нет. Да. Это невозможно все запрятать. Нет, конечно. Все. Да. Молодец. Это такой ровненький, аккуратненький, это такой, да, немножко. А классный получился. Задрипанный. Да, нормально все. Но все равно с печки, когда выйдет, будет по-другому выглядеть. Угу. Вот такая прелесть у нас получилась. Ой, ну и тише. Тише, ребеночек мой. Не дай бог, все упадет. Кстати, вот эта красота символизирует ребеночка. Новорожденного, да. Так как его упаковывают или как формируют, формировка символизирует родившиеся младенцы. Все, отправляем нашего младенца в печку. Молодец. Не говорите. Дай Бог. На сколько? Иисус Христос. Так, ставлю на 180 градусов 45. 50 минут. Но вы ориентируйтесь по вашей духовке. Может быть, у вас будет быстрее. Я просто знаю, как у меня в духовке будет печься. Поэтому говорю вам мое время. Ориентируйтесь, еще раз говорю, по вашей духовке. 180 градусов вверх-вниз 40-45 или 50 минут. Все, увидимся. Ой, Джанульки, у меня голова дырявая. Я для чего делала этот марципан вообще? Я знаю только что. Хорошо, Клим выключил камеру. У меня вообще прям стыдно. Стыдно. Сделала, главное, марципан и забыла. Ну, такой может быть вообще. Может быть. В наше время. Придется этот уже не переделаешь, он в печке, но эти два еще, ну, вот блин, как Изабель говорит. Опять блин. Ну, аж обидно. Ну что такое? Как так может быть? Как говорят, обидно, досадно. Ну ладно. Голова не работает вообще. Ладно, сейчас. Уже время позднее. Мы сегодня столько дел с Климусиком сделали, поэтому с работы на работу. Да, нам еще отдыхать надо. Отдыхать сегодня не будет, я чувствую. Какой ужас! Ну, так обидно. Я уже их так красиво сделала. Вы, пожалуйста, не забудьте.
А то, как Изабель говорит, я вас поругаю за это. Я забыла. Ужас. Прям я нервничаю, честное слово, нервничаю. Прям. Еще немножко блинчик сделаю. Ой. Он там замерз в холодильнике. Ну что ты будешь делать, да? Так, девочки, мальчики, делаем сейчас. У нас такой форс-мажор. Так, открываем нашего беби вот тут вот. Делаем дырочку. Вот так вот. И засовываем нашу кукулечку нашу сюда, да. Потом вот это снова закрываем. Ну что такое? Теперь мне снова придется делать... Ничего. Стыдно такое видео даже выставлять. Ну ладно, я тоже человек, я тоже иногда ошибаюсь. Да, нормально. Как все. Все нормально. Девочки нас поймут и простят, да. Наверное. Пожалуйста, поймите и простите. Это точно. Поймите и простите, да. Видишь, как получилось. Все, хорошо. Даже теперь точно так же. И здесь вот открываем, берем эту колбасу марципановскую, такую нашу красавицу, и точно так же отправляем и сюда, и вот так подтыкаем ее, подтыкаем. Колбася. Ох, мы попробуем, какой вкуснее, с марципаном, да, или без. Если без марципана вкусно будет. Да, мы вам скажем. Но я знаю, что с марципаном вкуснее, потому что я лично покупаю всегда с марципаном. Но это на вкус и цвет, да, Джанульки? Мне кажется, что он тот будет вкуснее без марципана для меня. Ты что, не любишь марципан, что ли? Ты почему такой нехороший человек? Вредитка, да. Ну вот как-то так. Мне очень стыдно, честно, клянусь перед вами, что я вот такой вот сегодня, даже не знаю, как сказать, может, съем от горя узюм. Он же в алкоголе. Подожди, может, это даже к лучшему. У нас что? Будет два вида. Один с марципаном, другой без марципана. Да. Тогда не придется печь еще, да? Да. Молодец я. Ты вообще красавчик вообще. Все. Вообще, так что вообще не переживайте. Но мы вам скажем, вкусный. Какой вкусный будет. Да. Ну, это очень вкусный будет, поверьте мне. Просто я очень люблю марципан, персипан. Вообще все люблю, что такое с орехами. Это тоже люблю. Очень. Так, что я еще хотела сказать? Да, вы не обижайтесь, вы не пишите мне нехорошие вещи, пишите только хорошие вещи. Чувствуется, да, когда человек входит в возраст бальзаковский, много вещей забывается. Я вот сделала, только что сделала, поставила холодильник, ну как так может быть, да? Представляете, хорошо, что это не заказ. А если бы это был заказ, человек заказал, а потом будет искать марципан. Ну ничего, а мы ему, дали в придачу. Мы ему отдельно вышли посылочку. Точно. Ладно, все. Теперь мы ждем. У меня, к сожалению, только одна печка. Это должно пропечься. Потом буду отправлять это. С вами встретимся, когда уже все будет готово. Не забудьте положить марципан. Это я вам просто говорю, чтобы вы знали, да? Марципан не забыли. Когда будете делать, марципан тоже дал. Достаньте, положите вот так рядом перед вашими глазами. Особенно девочки после 51+. Увидимся. У меня все готово. Ох, красавчик. Готов, что ли? Да. Смотрите, какая прелесть.
Какая прелесть несусветная. Я сейчас это быстро отправлю тоже в печку. Обязательно. Обязательно, да, обязательно. Так, посмотрите, вы только посмотрите на эту красоту. Я вам сейчас ее, подождите, как мне это вытащу. Не ломайте, пожалуйста. Не ломай, не ломай. Осторожно, осторожно. Прям такой хлеб, вот именно такой. Зимний хлеб. Какой здоровый. Да, ну бугай такой, бугай. Бугайчик точно. 3,5 килограмма бебик родился у нас с вами. Вы только посмотрите. Вот это шикардос. Какая прелесть, да? Какой классный. Такой огромный. Вот, да. Ой, красавец. Без марципана он. Да, он без. Ничего. Он без. Такая у нас красотень получилась. Вот такая прелесть получилась. Клим так рад, что там нет марципана. Что мы теперь делаем? Я уже заранее растопила. У меня здесь 200 грамм масла. Да? 200 грамм? Да. Целая пачка. 250 грамм. 250. Да, 250 грамм. Ну, не так страшно. Вам нужно на килограмм, вот, на килограмм муки, вы должны исходить 200 грамм масла, да? Вот теперь 100 грамм идет сюда. Мы должны обмазать вот эту прелесть, пока она горячая, маслом. Это у нас сразу и консервант, потому что такой штолен можно держать, если вы его хорошо упакуете, без да. воздуха, он будет у вас и полгода держаться. И ничего не будет, да. Потому что масло, потом сверху покрывается сахарная пудра. Самые натуральные консерванты, без всяких примесей. Хранить вот в холодном, не в холодном, а в прохладном сухом месте, да. Главное, чтобы он хорошенько был упакован у вас. Очень хорошо, чтобы был упакован. Вот видите, я это имела в виду, когда говорила... Розинен, изюм, да, изюм нехорошо, когда сверху, он подгорает, припухает. Ничего, не так страшно. Да, не так страшно. Вот это масло, оно впитается еще внутрь, да, и будет такая прелесть. Сегодня мы его резать ни в коем случае не будем, он будет срезать. Будет срезать. Да. Я его порежу завтра или послезавтра. Но вы, конечно, все это увидите в видео. Потом мы сделаем заставочку. Сахарная пудра. Смотрите, какой кайф, какая красота. Вот такая прелесть. Даже не знаю, что сказать. Резать сегодня не будем. Он должен настояться. И чем дольше он настоится, тем лучше. Ну, я, конечно, порежу завтра, потому что мне нужно будет закончить это видео. И покажу вам, конечно, какая у него текстура. А текстура у штолена, она всегда плотная, потому что там много орехов, там много сдобы. Да, да, еще и цукаты, изюм. Короче, вы знаете все. Я знаю, что это не каждый человек любит, а тем более уже не на наш советский или российский вкус, но это что-то другое. Можно попробовать. Один раз в году можно попробовать и посмотреть, нравится мне такое или не нравится. Марципан вы теперь тоже знаете, как можно сделать. Самое главное я сказала. Ну а на этом я буду закругляться. Желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь все, джанули,
преддверии Рождества в полном здравии, в благополучии, не болейте, не ругайтесь, будьте человечны и толерантны. Обожаю вас всех, люблю, уважаю. До свидания, до следующих встреч. Люблю вас очень. Пока-пока. Ой, подождите, не уходите. Забыла сказать. Пожалуйста, подписывайтесь. Подписка бесплатная. Мне тут на днях сказали, что очень много моих джаночек думают, которые еще не подписаны, думают, что это платно. Это не платно. Подписка всегда вечно бесплатна. Так что не стесняйтесь, не жалейте, подписывайте. Это вам не стоит ни копейки. И, конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки, ну и приходите всегда в гости. Нажимайте на колокольчик. И нажимайте обязательно на колокольчик. Спасибо вам всем, джанулечки огромные. Обожаю вас всех. Спасибо огромное за колокольчик, за подписку и за лайк. И, конечно же, за ваши комментарии. Очень вас любим. Все, пока. Пойду охлаждать свой, что ли. Давай, Джан, охлаждайся.